Вот это сложно. А, смотри, оторвался у нее. На тебе. Хорошо. Хоть первый раз мы щелкнули его. Так, этого тоже надо как-нибудь щелкнуть. Сейчас посмотрим, как. На. Ах, перевернулся. Угу. Ну, будем смотреть и учиться потихонечку, правильно же? Да. Так. Да-ду-да-ду-да. Да-ду-да-плей. Ду-да-плей. Всем привет, ребята! Вы на канале Дудаплей. Мы продолжаем играть в игру «Голова машинки». Давайте поищем соперника. Так, соперник найден. А ракетница, бой с пилой, пилорама. Офигеть, нифига себе. Так, как же мне тебя... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ё-моё. Первый сразу же щелкнул у меня. Фига у него там пилорама сверху. Так, а ну-ка... Ой, опять я ударился. Да что такое? Да, тяжело. Давай посмотрим, что он будет делать с такими пилорамами. Так, а ну-ка, тихо. Подожди, сейчас надо будет мне... Так, у меня этот чувак еще бегает. Мешает мне. Ах, нифига. Я себе тоже такую машинку хочу, ребята. Вот это сложно. А, смотри, оторвался у нее. На тебе. Хорошо, хоть первый раз мы щелкнули его. Так, этого тоже надо как-нибудь щелкнуть. Сейчас посмотрим, как. На, ах, перевернулся. Угу. Ну, будем смотреть и учиться потихонечку, правильно же? Да. Так, ох ты, ё-моё, да что ж такое? Что ж ты будешь делать-то? Так, а здесь, в принципе, ай, легко, думаю. Нет, не так-то и легко. Так, давай, взорвись. Взорвись, чувак, взорвись, на. Перевернись. Нет, смотри, какой он, а, хитрый. Хитрый жук, давай-давай, я тебя сейчас переверну. Слушай. Опа, он не переворачивается, я не знаю, как его можно перевернуть. Он очень таки сложный. Ага. Ах, да, стукнул все-таки. Да. У него открытая голова. А это у него голова, видишь, здесь закрытая. Ну, как вот мне его щелкнуть, а? Ах! Есть! Понял теперь, как его. Как с ним бороться, понял. И вот в этом моменте сейчас. Опа! Он сам себя стукнул. Угу. Ну, победа, ребята, победа. Очень даже хорошо. У меня такие машинки с открытыми головами. И я думаю, что... А, тут можно что-то забрать, подожди. Алло, что это такое? Игровой режим Rift Riders. И потом еще монетки. А зачем мне назад? У меня там монетки были. Ага, поменяйте режим. Какой еще режим? Так, сейчас это вот батл-арена. Уже скоро. Так, два игрока, одно устройство, нет, это... Ну, это мне ничего не нужно, зачем мне это менять, алло. Где у меня тут монеты? Давай, заберу билеты. Вот 5 билетов я получил. Так, ох ты, скоро мне дадут такую машинку. Фига себе. Так, что здесь такое? Прокачать эту машину? Ну, давай прокачаем 30 монет. Не монет, а эти, как называется, господи. Ладно, поехали. Поехали, поиграем, посмотрим, что тут еще есть. Выбираем противника. Так, противник найден. А, мотокроссный, пираномобиль, ракетница. Ага, поехали. На, щелкнул. Так, это, в принципе, первая машинка была легкая. Так, вторая. На, и вторая легкая. Да, смотри, мне какой-то легкий боец попался, что ли. Так, и здесь. Опа, нет. На, щелкнул его. Как хорошо, в принципе, нормально. Мы выиграли, ребята. Первые места заработали. Так, отказаться от приза. Угу. Так, что у нас здесь? Можно вот эти прокачать машинки. Но я хочу новую машинку получить. И ее прокачивать. А где вот эти вот боксы, я не пойму. 250 стоит. Так, а у нас этих монет не хватает. А где их брать, эти монеты? Тачка даром, 23 часа. Что это такое, тачка даром? Бесплатно. Монеты, 25 монет. Слушай, это не эти монеты, которые я могу играть. Точно. Но мне еще кучка. Большая куча нужна. Ёлки-палки. Сколько много монет надо? Давай, ладно, пойдем поиграем. Поиск противника. Так, у него получается... А, вот, набили. У меня 1650, у него 1225. Ага. Это значит, у меня получше машинки будут. Но почему я его не могу щелкнуть, а?
Смотри. Ох, да конечно, он под лесом, легко было меня убить. Вот этот. Целаптор. Хелиоцелаптор. На, ой, башкой я свой. Стукнулся. Да у него тачки, конечно, покруче, чем у меня, конечно, намного. Ох, нифига, меня засосало. Похищение, смотри, 500. 500 очков мне дали. Так, ладно, давай, я спущусь. Аккуратно, я сказал. Я спущусь аккуратно. А здесь будет этот самый. Сверху у нас крутилки. Сверху будут, ребята, крутилки. Как хорошо я прыгнул на голову, да? Угу. Нифига себе. Я не видел, что там это была штучка. Железная. Но смотри, все равно я получаю какие-то штуки. Даже если я проигрываю. Ну это хорошо, с одной стороны. Но с другой стороны мне нужны монетки, которые я получаю. Так, а ну-ка, тихо. А-а-а, нифига, щелкнул. Как обидно было. Так, давай здесь, получается. А, это стреляющий, слушай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Но он маленький. Да, он стреляет, но он маленький. Все хорошо. Так, теперь этого. Давай. Есть. Получил. Получил, ребятушки. Так, а здесь посложнее. Здесь карта такая, вот, которая мне не особо нравится. Да, все-таки он щелкнул меня. Быстрый такой. Щелкун, щелкун. На! Вот так. Получил по голове. Так, еще. Еще разочек получил по голове. Нормально. Мы выиграли, ребята. Хорошо. Что у нас здесь получили мы? Кубки. Так, еще не совсем много кубков мы получили. Так что я думаю, поедемте, ребятушки. Нам нужны еще кубки. Побольше кубок. Я получил новую машинку. Так, ретромобиль, трактор. Бот с щупальцами. Вот. Мне надо бота такого с щупальцами купить. Ух ты, нифига, вот здесь классно. Здесь я его легко щелкнул. Так, опа, нифига себе отлетел. Понятно примерно, как что. Так, может его засосет туда, нет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Ой, замечательно, его засосало все-таки этот. Летающая тарелка. Хорошо. Ух ты. Тихо. На, получи. Тут, в принципе, я так думаю, не важна машинка, какой ты играешь. Здесь очень много от многих факторов все зависит. Очень много всяких различных факторов. Вот, например, сейчас. Могу я прыгнуть? Да, получилось. Все, и мы побеждаем. Первое место. Что мы заработали? Кубки. Так, еще немножко кубков осталось. Ребятушки, давайте еще раз играем. Первое место нам нужно занять. Мы еще поднимем кубки с вами. И, может быть, нам дадут машинку новую. Было бы хорошо. Так, тихо. Так, у него голова сверху. Офигеть, что за машина такая? Прикольно. Так, а здесь посложнее будет. Да-да-да, так я и думал. О, этот, смотри. Крутилкин, крутил. А, крутилочка. Закрутила меня. Так, опять эта голова. Давай, я щелкну. О, это какая-то машина неказистая. У противника нашего. А, нифига. Да. Колеса квадратные были. Так, давайте его, может, засосет. Ох, нифига, засосало. К сожалению, да. Так, ну, вот эту крутилочку я попробую щелкнуть. Ай-яй-яй, да, он сам себя щелкнул. Так, вот здесь что? Ой, да, блин, вот тут тяжело, конечно, было. Давай немножечко назад отъедем. Ох, ах, 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 ох и ах, ребята, ох и ах. Давайте попробуем еще раз. Вот эту я хочу. О, молодец. Так, у нас это решающий поединок, ребята. Опа, кто кого, кто кого, кто кого? Он меня? Да ну нафиг. Ёлки-палки, красный победил. Да, не ожидал я такого
Ай, события. Не знаю, что делать. Ну ладно, дорогие друзья, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Если понравилось видео, поставь лайк. Обязательно подпишись на канал, напиши комментарий. Если хочешь, передай привет. Всем пока-пока.